Меня зовут Руслан, я из России, как вы уже поняли, из столицы, из Москвы. Мне 16 лет, я учусь в школе Трилорни, это очень большая, хорошая школа. Тут все очень доброжелательные, приветливые. Каждый день мы имеем какие-то различные экскурсии, мы можем пойти в разные города, страны. И вы можете доверять этой компании, потому что они очень хорошие, и все семьи очень приветливые и доброжелательные. Все.